Алёша, надоели. Никогда в жизни не пойдет на проект, правда. Он такой человек, который никогда не пойдет на проект. Но... честно, я не хочу, чтобы там мои прошлые отношения перебили мою новую симпатию, потому что... Блин, мне по кайфу, мне очень нравится, мне очень хорошо, но мне боюсь кому-то доверять, и я очень много в какой-то постоянной депрессии, сомнениях, и парень, который мне нравится, Ваня, ты постоянно загоняешься. Понимаете, что это? В смысле, я говорила, я вообще уже с проекта выйдем, вы не в себе, что ли? Живи на полную. Да я вот и живу. Все, я тут. Нет, я никого показывать не буду. Я вот вам себя показываю. И все. Какой у нас, брат, точный адрес? Адрес сейчас скажу. Сейчас мы будем. Здравствуйте. Сейчас, секунду, подождите, пожалуйста. Нет, мы стоим на... прямо, короче, знаешь, где? Что здесь? Так, Садово, Триумфальная улица, 18-20. Да, написал. Слышали? Написал, да. Да, скажите, пожалуйста, у вас есть тоже шиномонтаж передвижной? Вы... Руслан. Да. Нету. Геленваген. Да. Нет, не азербайджанец, ничего. Нет. Да нет, поменять я сам могу. Это просто мои друзья. Хочу, чтобы отремонтировали сразу. Я заезжал на бордюре, острый угол поймал. Ладно, всего доброго вам. Извините за беспокойство. Да, в Москве, пока. А по Москве? Может быть, скоро уеду, я не знаю. Как, ну, смотря по настроению, не знаю. Если будет настроение, буду в Москве, если не будет, то уеду. Но мне очень, очень грустно бывает.
И я не знаю, что мне делать. Что, не хочешь? Да, я. Не, не. Моё, просто. Моё? Едем. Куда едем, если у нас колесо прокололось? Иди, полюбуйся. Где? Заднее. Полностью? Да. Это. Мы приплыли. А? А это твоя, да? Прям, а кто? А? Это правда. А? Еще раз. На глухих. А что ты глотуешь? Я инвалид второй группы, ты знаешь? Нет. Мне не надо это. Показать тебе? Нет. Не, у меня есть, а. Ты знаешь, что перезаряжать? Я скоро брошу. Мне сначала другое надо бросить. Более опасное явление. Че, вши ищешь? У меня нет педикулеза. Мы сейчас зашли, а там за нами чек возьмите. Я говорю, по многочисленным просьбам наших дорогих читателей газеты будут выпускаться без текста урода. Фоменко на русском радио предупреждал. Раньше с газетами же ходили в туалет. Читали сначала бы «Комсомольскую правду». А что мы ждем? Ждем передвижущий на монтаж. А приедет, то снимет. А мы не можем доехать? Как мы поедем, бля, если на хрену галопом? Он так не едет. Эй! Вот так тебе лучше. Вот так, два, короче, есть, бля, здесь револьверы повесить сбоку. И ты будешь, короче. Так, подожди, меня сбежит. Персонаж из вестерна. Я бы побоялась таким ездить. Хороший, похож, злой. Чеченцы. Очень грубый пипец. Да? Чё грубый такой? Ну, блин, ну такой родился вот. А вы знаете, это лучше, чем какие-то тюфяки вообще. Гомосеки. Взял, тише. Это лучше, чем какие-то гомосеки, сопляки и гомосеки. Сейчас есть? Долго не дошла? Долго не дошла. Все, сейчас уезжаю. Заднюю? Чего? Хочешь массаж? Нет. Массаж сиденья делать, массаж делать. Не. Нет. Вон, видишь, массаж, посмотри. Нет, не хочу. А я хочу. Ход, релаксинг, спина, плечи. Классический массаж, волнообразный. Какой хочешь, бля. Да, классический. Да, делай еще. Давай. Звука нет. Я что, блядь, сделаю, что звука нет? Я не знаю, почему нет звука. 5 часов время, ё-моё. Всё, окей, надо спать. Не надо, блядь, ездить.
А я знаю твой шарин. Вот и мой адрес. Что? Твой адрес? А как мы поедем? Мы ждем передвижной шиномонтаж, сейчас они сделают колесо и потом тронем. Отвезу тебя домой. Отвезем тебя домой. В целости, сохранности. Передадим, короче, тете Асе. Тетя Ася приехала, помнишь, да, такое? Да, я заеду дома. А что у тебя это Ася нравится? Мне? Мне она не то, что нравится или не нравится, я к ней абсолютно спокойно отношусь. Я зачем там? Адрес говорил. Тире 18, сейчас минут. Сейчас, одну секунду. Садовая Триумфальная улица. Триумфальная улица. Так, особо. Так он выехал? 18-20. Скажи, у нас, брат, дай на секунду по-братски. Сейчас, минутку, дай, подождите. Я сейчас быстро сориентируюсь. А доброе утро. Алло. Да, скажите, пожалуйста, вы территориально, с какой, короче, из какого района будете, короче, выдвигаться сюда? А, ну вы рядом здесь, короче, дороги сейчас свободны. Он уже выехал, да? Вы не могли бы его номер телефона продиктовать, будьте добры. Ну скажите ему, пусть он наберет на этот номер, ладно? Вот все, спасибо большое. Мне сейчас будут писать гадости, вы идете нахуй. Я вас их блокирую, потому что весь негатив в своем... Ты не должна ругаться. Типун тебе на язык, да. В смысле, гадости пишут? Ну пусть пишут, это его, короче, есть, бля, лицо. Но если собака станет сейчас гавкать, начнет, ты что, станешь на четвереньки, подумаешься? Ай, тоже. Надо как-то более, да, лояльно относиться, конечно, ко всяким дегенератам. Вопрос принимать ширше. Вот тебе повезло, что, короче, если она мой друг, иначе бы... Ты знаешь, короче, брат, я вообще базара не... Этим надо дорожить. Выключаю сразу свет. Рубильник. Давай, садись назад, брат. А чем ты говоришь? Да я прикалываюсь. Вот ты что мне сейчас это, глазами сверлишь? Как рентген смотришь. В этих глазах ты точно ничего не прочитаешь. Никаких эмоций. А мне ничего не надо. Это что? Такие не слово, которое есть звук, который, короче, есть, говорит пофигу. А мне зачем это читать? Мне все равно. Не знаешь, что, брат, хотя так сказали? Я на яхте. Ты знаешь, что? Послушай на секунду. Интересный случай. Ты можешь со своими невестами так разговаривать? У меня нет невест. 40 лет, бля. А мне будет. Я понял. Ты послушай историю. 50. Историю послушай. 50. 50. 50. 50. О, Шаня, короче говоря, мы, короче, есть это, на яхту, короче, поднялись, короче, и едем, короче, есть несколько островов, короче, есть это, короче, Таиланде. Ну, этот выходит, короче, потому что 99% всех, короче, есть русскоязычные, знаешь, там, с Украины, с Беларуси, России. Этот, короче, есть, выходит, говорит, добро пожаловать, леди, джентльмены, там, борт нашей яхты, там, что нас ждут вот такие, короче, есть программы. И вот этот, там, короче, два человека, муж, жена, старики, короче, есть такие, знаешь, англичане. И он ему говорит, стоп, блядь, безопасности, согласно международному стандарту, ты должен сначала на английском, короче, есть, объявить, да? Объявить, да. Я на него поворачиваюсь, короче, я говорю, учи русский язык, язык международной коммуникации. Знаешь, как мне ответил, как сейчас она, он такой, а ты типа, что ты тут гонишь, что ли? Слышишь? What's up, man? What's up, women? Ты что, блин, в себя поверила, что ли? Ты, бля, малолетка. Это кого принесло? Ты знаешь, я вообще не малолетка по сравнению с тобой. Да? Здравствуйте. Нет, спасибо большое. Мы уже разобрались, когда вы выехал шиномонтаж. Дай бог здоровья. Спасибо. Всего доброго.
Это что такое? Между прочим, законом оберегается, короче, есть личное пространство. Нет. Так что не тяни ноги, бля, руки, то есть ноги растянешь. Бля, домой туда быстро. Сейчас мы тебя вон в это колесо достанем, а тебя там спрячем, в эту, короче, круглую, знаешь, сзади. Быстро. Будешь как кошка, короче. Отвезу, отвезу. Сейчас. Сейчас как я тебя отвезу? Хочешь такси вызову? Вообще сейчас. Ну, колесо у нас по этому. Пробито. Ага. Посмотри, вот ради. Ага. Да? Здравствуйте. Садово Триумфальная 18-20. Да, да, я с вами согласна. Это получается вопрос, ну, этих домов, да, прям? Ну, прям.